Скорее, бегом. Что такое? Мне предложили новый проект. Стартует завтра. То есть ехать без тебя? Ладно. Давай все отменим. Нельзя лишать детей каникул. Максим, прекрати! Сейчас я их убью. Максим, я тебе сейчас врежу. Хватит! Прекратите! Вы тут не одни находитесь! А ну, открыли книги! Быстро! Эх, поймать бы их отца. Но почему мы без мамы? Нет, 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 нет! Ой. Да ну нет! Как она могла со мной так поступить? Алло? О, наконец-то! Прости, все утро ношусь, как угорелый. Ура! Я скольжу! Мне нужно в туалет. О, нет. Папа! Артур меня дразнит! Я сейчас упаду! Помогите! Обожаю экстрим. Хорошо катаетесь? Как будто. Похоже, что лыжи не для вас. Попробуйте снегоход, с ним проще. Я уж подумал, что вас медведи съели. Нет, ничего подобного. Просто срезал путь. Я вижу. Тебе нужен лед? 10 дней без мамы в Куршевеле. С меня хватит. От вас одни проблемы. Папа! Иди, сделай пипи. Черт! Кики! Кино с 3 августа.